Настроение, да, начинаю свой влог. Сейчас я буду завтракать, пока сына спит быстренько. А то вдруг проснется и потеряет меня. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А у меня сегодня на завтрак. У меня на завтрак йогурт, печеньки и рулетики, и чай с молоком. Все, мы едем к родителям сейчас. Остановились купить кукурузу. Сын, он уже засыпает. Сейчас мы в таком, ну, в районе, вот тут раньше у нас был базар, теперь у нас нет базара. Вместо базара у нас дом. Вот. Солнце. Ой, надеюсь, что сегодняшний день будет хорошим. Я вот, например, думаю, что сегодня, наверное, не пойдем с ним в баню. Всегда ходим к родителям в баню, сегодня не пойдем. А вечером, наверное, сделаем очень интересную штучку. Я вам покажу ее. Приехали мы вот в магазин Копейка. Торговый центр. Почему-то он считается, не знаю. Странно. Котеночка спит. Мама будет вкусняшку готовить. Селедку под шубой. Я попросила. Сейчас, наверное, буду ей помогать делать. Кушала я сейчас на обед. Такой вот салат, селедка под шубой. Мама, кстати, подарила мне вот такую классную кружечку. Красивая, правда? Тут девочка. Мы едем домой. Сегодня не такой насыщенный день, конечно. А, мы с ней еще интересную штучку будем вечером делать. О, господи, я думала, у меня синяк под глазом. Едем домой. Смотрите, как красиво. Просто береза такая желтая. Еще один красавчик. Три колеса валяются. Эх, четвертого. Ну. Там так кукурузой пахнет вкусно. Где? Из пакета. Все, приехали домой, я переоделась. Сейчас поедем, пойдем готовить борщ. Захотели борщ. А, вот, например, вот мама, вот она все приготовила селедку под шубой, но без лука, уже не то. То есть есть любители, которые любят селедку под шубой без лука? Напишите мне в комментариях, мне очень будет интересно почитать. Там потом поставим вариться борщ. Я пойду помоюсь, и потом будем делать интересное дело. Ну, вы увидите. Сина играет со свинкой, со своей любимой. Свинкой! Привет всем! Привет! Привет, скажи. Всем привет, мои дорогие подписчики. Я вас всех люблю. Сейчас это хотела сказать вот что. Сегодня я не выложила видео. Ну так, у нас сегодня получается 14-е. Да, 14-е, а это видео выйдет 15-го. Вчера не получилось снять, то есть 13-го не получилось снять видео, потому что я плохо себя чувствовала. И знаете, я сегодня поймала себя на мысли, что мне очень понравилось снимать каждодневные влоги. Очень... Без них я уже скучаю. Поэтому я буду стараться каждый день снимать. Если что, я думаю, что вы меня поймете, что если у меня плохое самочувствие или плохое настроение, тогда я не буду. А так, я все. Мне очень нравится снимать влоги, показывать вам мою жизнь.
Да, какие-то моменты, возможно, я и не показываю, ну зачем их показывать? А остальные моменты своей радости, делюсь с вами радостью, какими-то, возможно, победами в своей жизни. Это же замечательно. Своим красотулечкой сыночком, как он будет расти, развиваться. Мои поездки. Я все хочу вам показывать. Мне очень нравится для вас снимать. У нас кошка уже второй день вот так вот спит. А, ну уже все, она голову кладет на... Кто он такой, господи, на батарею. О, кошка. Сына выображает, как всегда. Все, сына уснул у нас. Сейчас будем готовить борщ. Я сейчас почищу картошку. И буду потом резать. Высыпали капусту мы туда, соль и косточку положили. Теперь это мы все ставим. Мультиварку, конечно. На... Что там, варка на... Сейчас... Не будем мы натирать свеклу, мы ее порежем. Так и не стал спать, он что-то расплакался, но он сейчас стал очень сильно реагировать на то, что меня нет рядом. Вот, да, так вот. Мой дорогой любимый муж прижит карту.
Хочу еще раз сказать спасибо, Александра, вам за такой хороший подарок. Это жирафик. Сына его обожает. Мы везде с ним ходим. Берем его с собой. Вот балдеет он. Балдежник. А, балдежник. С папой он балдеет. Обязательно надо жирафика, конечно, покушать. Давай всем пока-пока скажи. Скажи пока-пока. Пока-пока. На своем. Пока. Всех люблю. А, да, я еще хотела сказать, что мы хотели сегодня сделать Сынину ручку. Ну, что вот, как вот в посылке тоже приходило. Не получилось у нас. Как она называется правильно? Я не знаю, как называется. Отпечаток. Отпечаток ручки, вот, да. Сын на нас маленько покапризничал. Так что завтра будем... Хочу сказать вам всем спасибо, что вы смотрели меня сегодня. Всем пока!